Да, прохождение без смертей более унылые занятия, чем спидраны на самом деле. По-моему. Почему людям интереснее смотреть? Это что ж самое, блин? Сидишь, какая-то ошибка, ресет и заново. Или тут... Да нет, вроде. Может тут, типа, в целом просто раны длятся дольше, потому что ли... На первых уровнях так много ошибок не будет, скорее всего. Ну и спидранных тоже не всегда. Блин, это тупо, что я не подумал про седьмой уровень. То, что мне раньше об этом никто не написал, когда я до этого играл. Я минимум два раза доходил до этого места и брал эту защиту, и никто мне даже не напомнил, что ее нельзя брать. А я сам что-то даже не... Я вообще никогда лоу проценты раны по этой игре не смотрел. Сноубоя тоже не смотрел, как он ходил. Здесь заскролил.
Не увидишь. Ну, пока тогда я... Не знаю, я все еще планирую пойти в Феликса после контра. Просто, блин, такой трэш в чате, блин, настроение все испортило. Шесть один не осилю за один стрим. Ну фиг знает. Там этот внизу бегает. Так, сейчас эти полетят. Так, а чё он исчез? Один раз я как-то его задеспавнил. Блин, ну...
Да ну хватит, блин. Я тоже мог сейчас случайно выстрелить по этой штуке взять. Так, не брать тут эту штуку. Неуязвимость, она и без нее нормально тащится. Блин. А сколько вас там, блин, как будто какой-то... И восьмой круг, блин. Блин. Это было супер опасно. Блин, ну ран был неплохой. Ну как ран? Прохождение было парочка опасных моментов, где я прям нормально так затащил, но... Но у меня нет какой-то прям супер стабильной сейв-страты все еще на это место, так что в какой-то степени мне все еще повезло, но в целом он и так бьется, то есть... Сейв-страта
Ну, там, типа, где-то, наверное, стоят слева, там, медленные. Окей, я это выложу на YouTube, пусть будет, как бы, такой контент. А то что, у меня одни спидраны, как бы, пусть будет еще что-то. Я именно... Я вообще когда-нибудь планирую вернуться к спидранам контры, но именно лоу процент я не собираюсь спидранить. Да и в целом, в контре нужен меш хороший, у меня меш так себе. Поэтому и в основной категории я какое-то топовое время не сделаю. Ну, то есть я реально склоняюсь к тому, что я, наверное, сделаю саб 10-30, а вот саб 10-20 уже не уверен, на самом деле, что потяну. Но если потяну, то это прям будет для меня идеальный ран, который... как в Бэтмене какого-нибудь придется нагриндить. Я думаю, порядочно. Реакция. Ну, реакция-то у меня более-менее есть, вроде бы. А вот с мэшем посложнее.